Всем привет, с вами Саша Ковтузская, вы смотрите «Ивенты в большом городе», влог про самые крутые, атмосферные и бесплатные события в Одессе. В День всех влюбленных мы побывали на вечере памяти бывших, слушали поэзию о любви, музыку и, кстати, был свободный микрофон, так что выступить могли все желающие. Прошу, не трать больше заряд телефона, не напрягай больше пальцы. Я удалю сообщение, будто сожгу бенгальский, ты дальше, чем пояс уральский, не роднее рыбы байкальской. Надеюсь, не встретимся даже на майских. Ой, холодный залив, бескрайний. Быть верными и преданными быть, нести другого бремя, заботиться о нем. Не о себе мечтая просыпаться, чтобы отдавать, и открывать, и открываться, не боясь. Для искренности чувств найти в себе всю смелость. Отважными быть, не ради себя, но ради другого, того, кто дышит так же, как и ты. И верить друг дружке. Доверять, как дети доверяют. Всю жизнь свою вложить в тепло чьих-то рук. Кафе «Гречка» организовали благотворительную выставку «Неделя Миядзаки». Здесь смотрели мультфильм гениального японского режиссера. И, кстати, на выставке можно купить постеры и атрибутику из частной коллекции. А собранные деньги пойдут на необходимые вещи для детей из детского дома. Что дальше? Джаз, блюз и романтика в «Синем крабе» на музыкальном вечере. Советую брать близких, друзей и наслаждаться хорошей атмосферой от Mess Around. В театре на Чайной готовят премьеру спектакля по образу и подобию. Артисты затронут проблемы индивидуальности, изменений и благих намерений. Свой дебютный альбом под названием «Я где ты» презентует группа Тоби в More Music Club. Обещают, что будет круто. Французскую кинокартину «Лифт на эшафот» покажут в галерее InVogue на языке оригинала, но с субтитрами. Премьера оперы «Искатели жемчуга» состоится в Одесском театре оперы и балета. Кстати, цена на билеты стартует от 50 гривен, так что обязательно советую всем. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, а еще смотрите ивенты в IGTV в нашем инстаграме. Всем классных ивентов, всех обняла. Что-то я это затупила, можно еще раз? Так, все, я готова, в принципе. Почему? Смотрели, несложное же слово. Вечный страх не успеть. Я хотела, чтобы было побольше мероприятий, но никто ничего не организовывает. Все.